У Зеленского оценили работу Криклия и Петрашка. В офисе президента Украины оценили работу министров инфраструктуры и экономики Владислава Криклия и Игоря Петрашка. Мининфраструктуры инфраструктуры допустила просчеты в управлении отраслью, в частности в сфере железнодорожного транспорта. Об этом сообщил в комментарии РБК Украина советник главы ОП по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк, говорится в материале отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров? Подоляк объяснил, что по Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства ощущался определенный дефицит инициатив, в том числе в вопросах защиты украинской промышленности и предпринимателей во время коронакризиса. Были и претензии со стороны парламентариев относительно недостаточной коммуникации с министерством, сказал он изданию. У Зеленского рассказали, что Мининфраструктуры допустила просчеты в управлении отраслью, в частности в сфере железнодорожного транспорта, а также были скандалы, связанные с министерством. Нужно активизировать некоторые процессы, сделать работу министерств более инициативной, пояснил Подоляк. РБК Украина писала, что Криклия и Петрашка попросил уйти в отставку президент. Кроме того, министру здравоохранения Максиму Степанову Предлагали уйти в отставку по собственному желанию.